Всем привет, друзья! С вами Ева и Шерлок, и это пятая серия. И кошка решила сбежать резко. Открыть дверь? Почему нет? Как она бесит, а? Просто уже надо все, надо выкинуть ее, короче, уже который раз говорю, и пора уже это сделать, пора привести это в действие. Сейчас найду. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. Нашла. Нифига себе. Now we need to find a street name ending in OOK. OOK. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Надеюсь на это. Давай, короче, отправимся на дом Альбейта. Блин, почему он Альбейт, а я хочу назвать его Альберт? Хотя, мне кажется, Альбейт и Альберт — это одно и то же. Нифига он в роскошном каком особняке живет. Это ведь он? Его дом? Do you hear that? Quick, we have to open this door. Так, давай. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Точно, топор. Да берись ты! О, наконец-то. Я уж думала, он не уподобится. Не сподобится. Давай. Руби! Еще. Давай! А почему Ватсон тебе не помогает? Там, между прочим, есть еще один рыцарь со вторым топором. Я думаю, что вдвоем вы бы справились намного быстрее. Давай, руби. Ты так, блин, всю дверь, что ли, рубить будешь по кусочкам? Ой, наконец-то. Ух. Это чё? О. Типа еще одна статуя, которая тоже кинула копье, я правильно понимаю? This table could serve as cover. Ага, я знаю. Ух. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Как я тебя каверну? Скажи-ка мне, пожалуйста. Стрелять. Прицелиться — это ЛТ. О! Я его застрелила? А, еще пока нет, видимо. Watson, cover me. Давай. А, и все это время, пока я прикрывала, типа Шерлок тащил стол. Хорошо. Ну, у меня неплохо получалось, вроде как ни разу не пропустила. Да уже все, уже не в стол, он уже прям в Шерлока будет стрелять. Да. Идем. Пригнитесь. Над вами. А, надо было не пригнуться, да, слава богу, что я вам не сказала, пригнитесь. А то все, капец. Он бы пригнулся, его бы расплющило. А, Б, да. И это явно не проклятие. Явно просто. 100% вам могу сказать, что проклятые вещи так не летают. Проклятые, точнее, вещи. То, что это кидают люди, швыряют, кидают. Что это? Бежим. Watson, come here. He's behind the screen. Давай. Watson, стреляй. Почему у Watson есть ружье? А, наверное, потому что он типа в армии служил. Ого. Вот это был грязный прием. Спиной к стене мы нашли. Достижение. Так, факты о преступлении, физическое. Нападающий в доме. Нет. О, физическая способность. Хорошо. Падение на Захария и Альбейта были осуществлены кем-то умелым. Отлично. Кто у нас может быть тут умелым таким довольно-таки? Ну-ка, давайте-ка еще раз. Факты о преступлении. Нет, не то. Календарь мая не то. Не вошли тоже. Так, это никак у нас пока не соединяется. Хорошо, но мы хотя бы еще одну улику нашли. Сопоставили ее, по крайней мере. Ух, Ватсон. Ватсон. Тут уперся уже чувак какой-то, это, знаете, такой мужчинка, который... Our assailant escaped using this rope. Ага. Который знает различные фокусы. Возможно, там кто-то будет перепачкан, типа, черепицей или около того. Чем-то важным, короче, будет перепачкан. Мы будем видеть, что человек через крышу бегал. Голубиными перьями, голубиным пометом. Может быть, грязью, а может быть, он будет мокрый, потому что на улице шел дождь. Don't kill me! Calm О, господи. It's over now. It's gone. You? Oh. Why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. Можно было сразу это сказать. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt... An evil presence in the room. An evil presence? Never mind. It's probably the fever.
Ну, типа ощущение человека, да? Проклятие, да? Проклятие. Да, точно. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Ну хорошо, tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how. I only have flashes of memory, but by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. But at last I managed to return. А кто тебя вытащил оттуда? Ну, из джунглей, из этих всяких. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career. And my very life as I had known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Walking Not for dead. Long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekunuman's revenge. Да ладно, хорош уж нагонять-то тоски. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly already he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekunuman? Whoever, whatever. Soon be over for me at any rate. Почему, кстати, реально охотник сейчас преследует и этого мужика тоже? Спасибо, что спасли меня, да, он сказал. Очень много у нас улик, которые между собой вообще никак не связываются. Это ж, блин, сколько можно искать здесь. A statue was once here. Now it's missing. Iron mounting rod is broken. The surface is damaged. Ну, неудивительно, статуя-то типа сошла с пьедестала. Нет, тебе не нужно это представлять. Ты и так прекрасно понимаешь, как это могло случиться. Опа! Our attacker escaped through this skylight. It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof. Ты видишь где-то здесь следы карабканья статуи? Блин, это тупо. На самом деле я видела человека в шляпе. Я видела человека в шляпе, когда стреляла. Я не уверена, что мы будем делать дальше. Пока что я осмотрела все возможное здесь и ничего не нашла особо интересного. Так что я пойду на первый этаж и на первом этаже посмотрю еще немножко, потому что там вроде какая-то голова катилась на меня. Возможно, эта голова тоже даст какие-то. Ты, блин, живешь не в доме, а в гробнице, чувак. У тебя все вообще в порядке? Каким образом ты все это смог натаскать себе сюда? А вон, смотрите, какое-то помещение. Может быть, я смогу сюда войти? Да, точно. О, что-то новенькое. Давай осмотрим. Прочитаем, конечно. Я, Клаудио Жуан Инасио да Силва, смогу все права. Даю все права и свободу Альбейту Дайку и Будамбо с этого дня и впредь для него и его потомков. Ого. То есть от проклятия его якобы освободили, я что-то не понимаю. Любимый, я понимаю твои страдания, но, пожалуйста, поверь, что мое решение призвано защитить тебя. Как я могу вернуться в большой мир, если кто-то узнает о чудовищном позоре провалившейся экспедиции моего рабства, имя нашего сына будет обесчещено. Навеки будет лучше, если память обо мне останется в храме Тикуна Умана. Я приеду, чтобы увидеть тебя в последний раз. Я хочу умереть один с моей бесценной коллекцией, делом всей моей жизни в археологии. Один мой друг управляющий поможет ее продать. Ты получишь все деньги. Пожалуйста, не огорчайся, моя смерть будет облегчением. Я сделал распоряжение по поводу моих похорон. Прощайте, мои дорогие. Надеюсь, вы сможете меня простить и наконец начать счастливую жизнь. Это мое единственное желание. Вот оно что. Так, а здесь у него наверняка семья, да? Эй, открой. Да, жена и сын. I'll be its wife and son, I presume. Да, я тоже так думаю. Неплохо, кстати, выглядит. Вполне себе не компьютерно, я даже так тебе скажу. По сравнению с отцом. Так, давай-ка мы с тобой еще вот сюда заглянем. Невозможно пропустить этот шкаф. Что это такое? Какие-то непонятные... Алло? А, вот оно что. Трещина в стене. Отпечаток руки. Можно сдвинуть. Ага. Ага. Какая This штучка. Model forms a part of another, larger model. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. 1894. This model was created after the expedition to Guatemala. Так это ж хорошо, наверное, нет? Так, ну-ка давай, спросить его надо, да? Да, по-любому спросить. Ой, детская комната. Надеюсь, Ватсон там еще жив. Этот чувак на нее не напал. Мол, типа, сейчас меня раскроют и тому подобное. Нет, все хорошо, с Ватсоном все в порядке.
Фух, я уж начала переживать. There's a little bed in a small room. It's been used. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. On my return, I installed this room. So they know about you. My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is the life of a crippled father? They will lose me again. Да брось, ну хватит, слишком много жалости к себе. Ты должен быть сильным. You must be strong. Mr. Albeit, what is this? Well, it's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekkenu Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. But I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I failed there. I always wanted to understand why. So upon my return... You rebuilt this final part according to your visions and... Nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. Ну, может быть, нет. Я надеюсь, что ты еще не умираешь, что у тебя все хорошо. Блин, побег. О, во, видение, точно, я просто не увидела сразу видение, я бы не стыкала столько. Модель храма Тикуна Умана можно закончить. И где мы ее можем закончить, интересно? Так, пока это никак не соединяется. Хорошо, побег через окно. Ты думаешь, это был сын? Серьезно? Ты думала, рос, возможно, сын Альбии, ты мог пробраться через проем в крыше. Может быть, нет? Чё сын-то будет убегать? Маленькому ребенку не хватило бы физической силы или хитрости, чтобы стать убийцей. Альбии лжет, а сын не кровь принадлежит кому-то другому, малорослому, кто может быть убийцей. Мне кажется, вот это. Малорослый подозреваемый. Да вряд ли он врет о сыне, я не знаю. Господи, мне очень сложно, а? Что с чем соединить? Альбейт мог сделать модель финальной пирамиды, только если он сумел побывать внутри нее. Альбейту было не обязательно заходить в пирамиду, чтобы сделать модель, он мог использовать воображение. Мне кажется, ложь. Как-то, короче, все это подпахивает керосином. Показания сэра Чарльза и Бернарда Марли не совпадают с показаниями Альбейта, однако никто из них не хочет говорить о храме. Что это, во что это срастается? Отыскать правду о храме. Используйте модели из клуба, чтобы выяснить, почему члены экспедиции боятся говорить о том, что произошло в храме Тикуна Умана. Так, ну значит, мне нужно поехать опять в клуб. И там, я так понимаю, с помощью ключика попытаться проникнуть внутрь. Не так ли? Какой-то карлик, типа, жил у него, потом нападает на него. Это тоже чересчур подозрительно, чересчур странно. Значит, мы сейчас отправляемся в клуб. Заходим туда, вставляем эту пирамидку, потому что, помните, там в большом глобусе есть какие-то прорехи, и сейчас Альбейт нам говорил про то, что эта пирамидка хранилась в глобусе. Но если она хранилась в глобусе, мне также очень интересно становится, каким образом она телепортировалась вновь в его квартиру, как будто бы никуда отсюда и не уходила. Значит, кто-то принес ее сюда. Эй, вы, дурачки, все еще здесь стоите? Молодцы, блин, я уже столько обходила здесь всего, столько всего рассмотрела, а вы до сих пор здесь. Нужно ему сказать, что я захожу снова в клуб? Нет, ладно. Понятно, ничего нового нам не скажут. Вот эти здесь эфиры Репетишн. Почему на этого Чарли никакие напасти не падают, а? Ставить же могу, нет? Типа... Вот. Ладно, попробуем, может быть, в плавильню забраться. Может быть, сейчас, если я туда телепортнусь, там уже начнется ночь внезапно, потому что вставлять пирамидку в глобус мне от чего-то не разрешают. Это как-то, блин, дохрена подозрительно. Очень подозрительно. То есть, если я все-таки приду в плавильню, то, может быть, по скрипту начнется? Да, stay точно, alert, по скрипту. Ставим вот так. О, хорош. Третью тоже поставим. Вот, все, шикардос. Я справился с этим шаданием. Тихо. Никого нету? Это я прям хочу смотреть. Никого. А прикиньте, открываю, короче, сейчас такая дверь. А там на меня нападает статуя Тикуна Умана. Не будет негде скрыться. This door is securely locked. I must find another way. Ага. Вот оно что. Такой. Такой главный. Эй, Ватсон. Потише, ладно, Ватсон. Не шуми, хорошо? А то мы можем нарваться. Вот вы сейчас не поверите, но я между этим всем
вообще логической цепочки не вижу. Так, я что-то немножко это... Такая, знаете, в расстройстве чувств. Не понимаю, что делать. Поняла только, что вот эта лестница, скорее всего, глядя наверх. Ну, смотрите, вы типа сами понимаете, да? Вот глядя наверх, это лестница. Потом мне, наверное, нужно... Что? Не знаю. Ну, вот, как видите, забраться можно, слава богу. Слава тебе, господи! Он забирается на эту лестницу. Все могут подумать, что это простой забор, как сказал нам Шерлок. А это целая лестница. Ага, вот тут я, значит, убрала. Угу. Что нам должен делать Ватсон? Что, типа... Не ясно. Нет, давай потом. Не менее интересует вопрос, какого хрена все это происходит на литейном заводе. Зачем здесь эти рельсы и тому подобное? Зачем здесь все так удобненько понаставили? Что это головоломка, которая требует геморройных затрат? Много крови попила у меня эта головоломка сейчас из мозга. Вот, гля, как идеально подошло. Офигеть просто. Ладно, спасибо, спасибо. Спасибо, Ватсон. Все получается хорошо. Так, ну теперь мне нужно еще вот сюда пробраться и сделать абсолютно то же самое. Блин, вы прикиньте, ну вот я как и сказала то, что... А, ну да, мы можем теперь просто катать. Все здорово, наконец-то. Я думала, мы теперь еще и клетку будем таскать из угла в угол. Больше всего поражает также, что Шерлок спокойно открывает любые железные двери, а железную дверь на литейном заводе открыть не смог. Ну, наверное, конечно, я так думаю, потому что здесь особые замки, особо сваренные, особо тщательно. Тем более, помните, нам тот чувак сказал, мол, он поставил на свой офис охрану. Я правильно иду? Да, правильно. Ура! Так, теперь мне нужно, чтобы я прошла вот тут, и Ватсон отодвинул забор. Ватсон, I need your help. Да неужели, блин, конечно, ему нужна my help. Почему никто, вообще никто, не закрыл печи? Никто не закрыл печи. Представляете? Они всю ночь парят. Ой, господи, ну... Ах, ладно, давай. Правый рычаг вообще дико гуляет. Левый еще более-менее ничего, вот правый дикий, абсолютно дикий. Значит, предыдущим балком ты ходил, даже не оглядываясь, бегал такой прям, ну, по ручке поджал, колени в ноги, в руки. Все, и побежал. Не-не-не, держись, держись, я тебя тоже держу. Все спокойно, не переживай, все спокойно. Чуть-чуть равновесие потеряли, но тут же ухватили его, как быка за рога. Главное, чтобы в финальной версии этого тоже не было. Кто же может нам помочь добраться до цепи? Понятия не могу. А теперь переключаемся на Шерлока. И он будет прыгать, а мы будем раскачивать, да? Качнуть, качнуть. Давай. Качнуть еще. И все, что ли? Блин, а что... Что так долго раскачивается-то? Не успеваю. Да ладно, я уже два раза пропустила свою кнопку. Ап, успел. Шикарно. Ух, стеклянный балкон на литейном заводе. О, как же Ватсон? Искусство механики, открытое достижение. А, ну это из-за того, что типа я такую мега-суперсложную загадку решила. Да я чуть не посидела здесь, пока ее решала. Заходи давай. Эй, Холмс, я здесь. Мог бы тоже со мной там полазить, блин, и забраться на балкон. Да неужели? И что это? A slot. It appears to be part of some mechanism. И какого механизма? А, вон там нож какой-то, смотри, смотри. Ленивец, вот это классно, такой огромный ленивец. Не ори на меня, не торопи меня тоже. Ага, что у нас здесь? Вот он механизм, но его здесь нет. Obviously for a dagger. Mayan period, I think. Да, но его здесь нет, я ж тебе говорю. Зачем ты забрал? Ага. Так, выковать нож. А, выковать нож? Серьезно? Серьезно, ты говоришь мне ковать ножи? Вот так просто? То есть ты думаешь, что Шерлок настолько профессионал своего дела, что запросто может выковать нож? Впервые увидев механизм? Очень, да, странно, очень странно. Так, здесь мы ничего не можем найти, здесь тоже. Ну чё, блин, пошла я, Ватсон, ножи ковать. Мог бы уж помочь мне в этом. Нет, зачем? Давай ты справишься сам, бла-бла-бла. Сейчас у меня будет опять очередная головоломка. А, окей, хорошо, это не так сложно. Раз, две, три, четыре, пять, оп, шесть, семь, восемь. Оп. Я нажала, между прочим. Я плохо выкую нож, да? Это будет здорово, такой, знаете, типа немножко поломанный нож. Опять нажала, между прочим. Оп.
Оп, у меня что-то с игриком просто, видимо, происходит. Он не нажимается как следует. Я как в Guitar Hero сейчас поиграла. Ну, не в Guitar Hero, а вот эти вот всякие штучки. Ууу, нормальный нож тут получился. Да, вроде вышел, как надо. Да должен. Я сделал это всего парочку ошибок. Блин, нифига, короче, Холмс, вот это он профессионал. На все руки мастер, и гвоздь в доме забьет, и клинок Майя выкает. Давай! Секреточка! Ой-ой-ой-ой-ой! Ватсон, вы идете со мной, я надеюсь? Вы не бросаете меня здесь? И что? Подожди, мы еще тут, вот тут должны все посмотреть. Unless you want to be speared by Tycoon Uman. Ясно, все понятно. Marley dismantled these alarm clocks for their parts. Тут еще частички собирать. Посмотрите, автоматический механизм, соедини все его части через все три уровня высоты. Блин, спрашивает меня, как я гребаный механик, инженер, как в Овервотче. Да я знаю, я что, блин, турели что ли строю? Или на литейном заводе работаю? Я без понятия, я просто понатыкала сюда шестеренок. Просто понатыкала и все. Давай, это сюда по-любому. Это тут должна стоять, других вариантов нету. Нужно, скорее всего, вот так. И вот так, да? Крутится? Крутится, не поняла? Да, крутится. Хорошо. Здесь так же сделать. Типа шестеренка. И еще одна. И вот сюда тоже, чтобы она крутилась. Они там зацепили друг друга, нет? И вот это вот сюда тоже, чтобы она крутилась, мол. Ну, чтобы, типа, можно было крутиться. Попробуем еще раз. Сюда и сюда. О, шикарно. Шикарно. И в итоге это вот сюда, да? Да? Да-да-да-да. Я теперь просто инженер. Буду только турели собирать в Overwatch. Спасибо большое, что мы не обвинили того чувака. Как его зовут? Ты уже забыла. Чарльстон, сэр Чарльстон. Нет, Чарльстон это танец. Забыл, в общем. Статуя Тайкуна Умана в клубе была автоматоном. Невозможно, что автоматон с настолько точным двигательным механизмом. Автоматоном, конечно, она была. Блин, что чуть невозможно. Возможно. Возможно. А что здесь не так? А, ну да. То, что, короче, мы не можем теперь Чарльза этого обвинить. Или не Чарльза, как его зовут? Подожди, что я вышла? Я, может быть, еще не все улики посмотрела. Нет, зайди обратно. Улик. Хорошо, выходим. Да, действительно, автоматон. Как будто аниматроник, знаете? Автоматроник с Five Nights at Freddy's. Да, да. О, еще одна головоломка, что ли? It's shut tight. Locked. Да неужели? Locked. 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 Но здесь-то ты можешь? Здесь-то ты можешь взломать? Взломать? У тебя же есть эти штучки, как они... Locked. Ну вот эти штучки есть, которыми ты поддеваешь. So, Bernard Marley built a mechanical globe. This globe has space inside. It should be possible to open it. Possible way to hide? To open it? О, нифига себе. Обломки. Значит, что это металлический предмет. И это ключ. It seems you found the key to the safe. Поворачивается? Уху! Шикарненько. Вот этот механизм мне нравится. Эта головоломка была несложная. Всегда бы везде вот так вот ключи ставили. Охренительно. Да. А помнишь, мы видели такое же в клубе? The statue is in three parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other two. И зачем? Чтобы перепродать? Или это типа его тайное сокровище? Не знаю, как еще сказать. Я знаю, я избранная, Тайкун Уман хочет использовать меня в своих целях. Бог же защитит меня, я не хочу умирать. Кто ж тебе даст умереть? Ты пойдешь в тюрьму. Подожди, сначала мы соединим все головоломки. Так, суеверие, календарь Майя. Это все суеверие, правильно. Ничего, у меня сколько всяких там уже путей открыто. Бернард Марли искренне верит, что избран для исполнения проклятия. И Бернард Марли боится проклятия, старается защититься от него. Он не может быть избранным. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим на... записку, и там уже решил. Думаю, что он избранный. Да, искренне верю, что избранный для исполнения проклятия. Ага. Хорош. То есть вот здесь вот у нас не совпадает по четырем пунктам. Значит, это уже не Чарльз или как он там. Уже.
поехали в клуб, и в клубе будем вставлять в глобус различные штуки, надеясь, что это сработает. Ни чертовы головоломки, я думала, я сейчас рехнусь. Я пока поняла, что связано с этим забором, пока выковала этот сраный меч, пока разобралась с механизмом. Господи, я готова была новую часть Five Nights at Freddy's вместо этого создавать, сидеть вместо того, чтобы решать головоломки Шерлока Холмса. Следующим утром. Ну, естественно, мы же уже приехали утром. Ой, он такой пришел утром и а вы все тут стоите? Вы вообще спать уходили? Нет, пожрать, поссать? Глупые какие-то. Ладно, все, бежим дальше. Я не буду с ним разговаривать, я просто пойду сразу к глобусу, потому что он ничего мне не скажет. Типа, о, мёрдерер. Да, я услышал, короче, что Захарая был убит, и все стоят точно так же. Ну, могли бы хоть новые модельки из-за персонажа прорисовать. Так, все, го. Давай, вставляем. Вот это трансформер. Вот это, мать его, трансформер. Охренеть. Аж поджилки затряслись. Туда руку-то вообще безопасно совать? Или там скоробеи какие-нибудь, которые выжирают плоть людей? Это что сейчас произошло? Ого! Это странненько. Что, проклятие действительно существует? Я не понимаю. Чё за пипец? А ну нахрен выпустите меня отсюда! Ладно, давай, Шерлок, чтобы не было страшно, нужно просто бежать. Нужно бежать. Так, здесь тупик. Ладно. Возможно, это лабиринт. А с лабиринтами у меня такая же проблема, как с головоломками. Ух ты! И что здесь? Упс! Это было страшно, понятно, просто так здесь бегать нельзя. Безопасный камень, безопасный камень. Я не могу пользоваться чутьем Шерлока? Нет, не могу, ладно, вот этот камень точно безопасный. Безопасный. А я просто не увидела на нем никакого скелета и решила, что он безопасный. Дима тут внезапно подсказал мне, что, возможно, вон та штука сверху, это как раз безопасный путь. Наконец-то! Господи! Самое тупое, что можно было придумать. Самое ублюдское. Ну, я в тупике на всякий случай тоже чекаю, ребят, потому что нужно знать точно, что я ничего не пропустила. Я, короче, выхожу, здесь еще одна такая же головоломка, да? Правильно, я думаю? Ну-ка, давай уже, хорош туннели эти всякие не вести туда-сюда. Ой, ну точно, смотри, еще на одну пришла. Бьют меня? Наверняка здесь тоже есть какая-нибудь закономерность, какая-нибудь последовательность. Да, вон они над входами написаны, всякие закономерности. Неужели? Давай теперь я еще вот эту штуку поверну. Давай, поворачивай. Сложняшки какие, а? Ужас просто. Ужас. Так, теперь мне нужно еще какому-то вход так вернуться. Наверное, вон к тому, который прям ровно напротив. Давай тогда мы вот эту вот заюзаем. Скорее всего, она повернет нас ровно наполовину. По крайней мере, обязана. Она так и делала в предыдущие разы, когда я ее видела. Есть. Все, супер. Супер. Я прям-таки гений сегодняшних головоломок. Ну, на самом деле, не я, если бы не Дима, вот с этими подсказками сверху, я бы, мне кажется, все психанула. И сказала бы что-то вроде, нет, вот это давайте вы сами будете проходить. Не хочу я так развлекаться. Так, ну, значит, мы вот эту опять нажмем, чтобы она нас повернула обратно. А от предыдущего входа уже будем плясать, потому что, я знаю, как наполовину. Наполовиночку, если не ошибаюсь, то вот это. В крайнем случае, тут есть две разных четвертиночки, которые можно подвинуть по разным сторонам. Если я пойду не в ту сторону, значит пойду и дерну правую. О! Ура! Куда надо? Едем в далекие страны. Вообще, на самом деле, я хочу вам сказать, Шерлок словил такой нехилый приход.
И чё, нам направо или налево? Давайте направо пойду. Налево дурачки только ходят. Слава богу, здесь нет ловушек, которые убивают меня и возвращают на начало предыдущих головоломок. А то я думаю, я с ума высажу. Заметьте, я все еще бегаю в костюме доктора. На самом деле, мне кажется, что Шерлок действительно словил приход. То есть он открыл глобус, оттуда какой-нибудь веселящий газ на него пшикнул, или какой-нибудь дым, который заставляет вызывать галлюцинации. Это как, знаете, как в охотнике... О, тут бегать не можешь, что ли? А, может. Это как в охотнике на ведьм, когда он пил зелье, которое переносило его в сознание старых воспоминаний. Назовем это так. Хватит уже головоломок. Все, хорош. Все, я прихожу, смотрю. Да, вот, отлично. Дерусь с каким-нибудь бешеным тигром. Побеждаю и так далее. Бежим. Отлично. А, бежим, Шерлок. Ты чё, Шерлок, бежим. Какого хрена? Ты чё, блин? Такой главный стоит, ждет, что я им еще управлять буду. Ну, теперь я точно уже не Шерлок Холмс, а Индиана Джонс. Индиана Холмс. Да. Индиана Холмс. О, супер. Надо было просто убежать, наверное, в тайничок. Бежим, бежим. Там, видимо, много этих камушков, я так понимаю. Давай, 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 давай. Мы следующего крутим. Нужно бежать. Нас уже сзади догоняет камень. Опа. Ну, чё там? Следующий-то когда идет? А, он обратно еще катится? Ни хрена себе. А чё это такой камень какой-то волшебный обратно катается? Туда-сюда, обратно. О боже, как приятно. Вот такой вот камень, да. Ух ты. Ух ты, новое сохранение прошло. Чё здесь? А, здесь, наверное, камень, который туда-сюда и планится. Так, направо, налево. Прямо нельзя. Налево можно, наверх подняться. Стоп, я подожди, а может направо надо посмотреть, что находится? Как можно подняться наверх? Не знаю, что я упустил справа. Понятно. А вот, кстати, ступеньки здесь очень даже современные. Давай, Холмс, заканчивай со своими глюками. Глюки до добра не доведут, я тебе это точно говорю. Вообще, вот эта серия перенасыщена головоломками, перенасыщена. Я даже ни с кем не общаюсь здесь. Просто хожу и решаю головоломки. Вставляю какие-то блюдца, ворочаю какие-то столбы. Потрясающе. Надеюсь, это последняя головоломка. Что это? Мне прыгать надо? Ой, нет. Не надо тогда. Вот, все, шикарно. Еще одна головоломка пройдена. Если бы Холмс еще ходил немножечко быстрее, я бы справилась с ними в 100 раз шустрее. Я вам точно это говорю. Я вам прям вот... О, здравствуйте. Я думаю, вот здесь мне очень нужно пройти. И что это? Они меня закусают? Нет. Не стали они меня жрать. Хорошо. Значит, это не чумные мухи, которые натроила какая-либо ведьма. Еще раз покарабкаться наверх. Давай, давай. Когда-нибудь твой кошмар... Твои галлюцинации закончатся, я точно тебе это говорю, Холмс. Я тебе это прям гарантирую. Бесконечно это длиться не может. Вряд ли разработчики стали бы продлевать твои мучения настолько далеко. Да ладно, мучения Холмса. Холмс там умирает и оживляется заново. А вот я мучаюсь, да. Ой, блин, 150 тысяч головоломок, а? Это чё? А, вот оно что. Хорошо. Очередной ядовитый газ. Ничего нового. Так, что ты мне покажешь? Налево-направо идти. Ну-ка. Это что там происходит? О, понятно, что происходит. Пожалуй, стоит ускориться. Правильно. На самом деле, если я действительно перенеслась в какую-то там майскую пещеру, то, знаете ли, я разрушила ее. Я уже сломала все возможные головоломки. Я уже съела почти все проклятия, которые только можно. Осталось только дротики в меня популять или какую-нибудь механическую статую против меня поставить. А можно? Как в случае с Гарри Поттером, когда у них была тайная комната, можно какую-нибудь этот плющ натравить или трехглавую собаку. Это тоже неплохо сработает, я вам точно говорю. На самом деле, я тут еще слышала звуки тигров бешеных, ну, как бешеных, диких животных, тигров, обезьян и так далее, но пока никого из них не встретила. Если меня сейчас выкинет внезапно на арену к диким животным, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, это будет очередная неудивительная головоломка. Отлично. Здравствуй, мост, который ломается. Ой-ой-ой.
Ой-ой. Ой-ой. Да, вот он сломался. Хорошо, что я успела пройти по нему. Блин. Что там? А, я наконец-то храм нашла. И к нему тоже еще какие-то головоломки нужно пройти, да? Так просто ты не подымешься по этим ступенькам. О, поднимается, ты посмотри на него. Ты посмотри. Спокойно себе взял, зашел. Ага. The treasure of Takunuman. И что? Типа ты сможешь золото отсюда вынести, ты думаешь? Ой, сомневаюсь. То есть вот оно что. То есть ты думаешь, что... Что-что? Что они... Ты думаешь, что тебя сейчас телепортнуло сюда, чтобы ты увидел, что происходило там, да? То есть ты такой типа мысли прочитал. Давай, давай. Пхай руку. Ну вот, все, минус рука. Извините, я думала, можно пхать руку. Как я угадаю, куда можно совать руки, а куда нельзя? О, сработало. Один, два, но с полосочкой. Так, полосочку, значит, не трогаем. Вот это точно. Вот это два. Сработает, я вам точно говорю. С полосочкой. Теперь нам нужно четыре, оно тоже вот с этой стороны. Блин, как здорово. Как здорово, что я не на полосочку изначально. Будет очень страшно, если я здесь вот так вот сейчас хожу, а там вот слева... От меня из лабиринта внезапно какой-нибудь Минотавр или прочее дерьмо выскочит и начнет фигачить меня. Я, конечно, понимаю, что играю всего лишь Шерлока Холмса, никакой не сраный хоррор, но тем не менее, я также не думала, что за Шерлока Холмса внезапно окажусь в цивилизации Майя. Возможно, из-за того, что Альберт или Айберт, как-то так его звали, там что, там 4 уже, да, значит, нужно тебе полоски жать. Постоянно злоупотреблял опиумом, может быть, именно поэтому опиум распространился на Шерлока из этого глобуса. О! Бля, точно. Воображением воспользовался сразу. Вот где он руки лишился. Вот что произошло. Тупо как-то пихать руки, когда ты не знаешь... Хорошо ли все будет. Хотя я сделала точно так же, но это не важно. У меня-то реиграбельность, а у него-то нет. У него-то real life и прочие проблемы. Ну и наркомания. Знаете, что похоже на какую-то африканскую лягушку, такую сине-черную, ядовитую очень. Она ядом пуляется. Тихо-тихо. Все, что ли? Нас унесло отсюда? А, ура! Открыто достижение фантасмагорическое путешествие. Вот оно что. То есть это Шерлок, наверное, все-таки действительно накурился опиума и сел возле глобуса поразмышлять, подумать, помечтать. Ну, как бы воображение своим воспользоваться, у него же есть такая суперспособность. Айберт остался позади, и болезнь Айберта, да, это между собой соединено, но они его киданули. Гнездо и судьбе членов экспедиции, он жаждет возмездия, мог решить довести проклятие до конца. Верит, что был наказан проклятием, он больше не ищет мести. Да нет, он наверняка ведет проклятие до конца. И автоматон. Пробуем. Ага, вот тут что-то новое срослось. Человек, убивший Захария, был весьма силен физически, чтобы сделать мощный и точный бросок. А отсюда Альбейт виновен. Альбейт использовал взрослого с маленьким ростом как убийцу, чтобы заставить людей поверить, что это проклятие убило Захария Грейстока, а затем и остальных членов клуба. Значит, Альбейт убил из соображения мести, использовав низкорослого помощника. Они оба должны сесть в тюрьму. Альбейт скоро умрет и не сможет убить кого-либо еще. Его низкорослый компаньон сыграл роль живого клинка. Их обоих стоит оставить на свободе. Нет, обвиняем. Да, утверждаем моральный выбор. Я думаю, стоит обвинить. А там уж не знаю. Возможно, это правильный выбор, а возможно, нет. Я очень долго пыталась как-то совместить улики, чтобы получился интересный исход, но что-то как-то я где-то, видимо, в уликах-то облажалась немножко. И, возможно, обвиняю сейчас не того. Мистер Олбит. О, ты здесь с твоим сыном? Да, конечно. Мы должны поговорить с тобой, и это касается полиции. Я вижу. Галливер, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Это не его сын. Hold on just one second, please. Это не его сын. Вы гоните? Точно! А! A pygmy? As I suspected. Albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them.
but Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. Да, тогда как раз очень сильно российское это все было. Значит, 54% всего лишь сделали такой же моральный выбор. Ничего себе. Ничего себе. Презирал своих компаньонов по экспедиции за то, что они его бросили, убийство совершил его сообщника, и обставился так, что было похоже на действие проклятия. Их обоих следует посадить. Проверить решение, мне говорят. Обвинить Альбейта. Это типа правильно, что ли? Зеленым горит, значит, это правильно? Да, я готова. Открыто достижение, голем пробудился. У нас начинается третье дело. Но мы с вами сейчас посмотрим вступительный мультик, и я думаю, что серия на этом закончится, потому что она нереально большая. И я так задралась решать эти головоломки. Вы бы просто знали. У меня аж спина взмокла вся. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. Что это такое? What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theater, and he's visiting and staying with us. You did forget? No, no, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Ну, не знаю, предложить другое решение. Зачем убежать? Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. Давай, давай, составим. Ну, он, короче, загримирован явно и все время ходит с гримом. Шарф. Следует моде. Американец. Гордится Америкой. Ну да. Что это такое? Британская марка табака. Табак любимая Холмсом марка. Табак? Он так называется? Просто табак. Это очень странно. Что это? Orson Wilde. Надпись «Сапоги на заказ». О, часы. Так. Самовлюблен. Актерская вещь. Самовлюблен, конечно. Конечно. То, что он актер. Актеры всегда самовлюблены. Orson Wilde. Еще нет 30. Звезда американского театра, прибывшая в Лондон для изучения роли Шерлока Холмса. Вероятно, изучение началось раньше. Он курит табак той же марки, что и Холмс. Orson самовлюблен и следует моде, обожая собственное отражение. Приколотая груди брошь демонстрирует его гордость за Америку. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Ну как вообще? Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Шутник, ты глянь какой, просто пипец. И еще раз говорю всем пока-пока. С вами была Ева. Песик наконец-то не на своем месте. Что с тобой? Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. Понятно, все понятно. Его помыли.